Друзья, добрый день, новый день. Сейчас снизу нам позвонили, приехали Вика и Анатолий. Я просто расскажу, мы хотим сегодня суббота, хотели ехать в Зипашу на ярмарку, но обещали дождь, но, к сожалению, дождя, вернее, к радости нету. Но мы поменяли планы, так как был такой прогноз. И сейчас мы пойдем в казахский ресторан. Нас там ждет еще Татьяна с Юрием. Посмотрим там, где было у них день рождения. Ну, что-нибудь съедим, покажем. Даже не знаю, что там будет. Вроде там будет казахская диаспора. Ну, в общем, все посмотрим, интересно. А на ярмарку решили поехать завтра. Завтра воскресенье, она там тоже будет. На завтра вроде прогноз шикарный. Даже облаков не должно быть. Солнце. Вот они приехали. Давайте покажу их. Приехали издалека, из Газипаши. Привет! Красотки! О, ты не с пустыми руками. Пекла. Ой, посмотрите, своими руками. Золото наложила. Это прямо ремонт в новой квартире называется. Как красиво. Слушай, красиво, да? Молодец. Привет. Привет, ребята. Привет. Слушай, класс. Дай меня, да, я еще не расчесалась, меня можно. Заходите. На красоте, друзья, мы выходим. Нужно праздник. Да, мы идем на Очень тепло, друзья. Вышли на улицу, телефон показывает 22 градуса, прям вот реально тепло. У нас сегодня какое? 16 декабря, и как бы смотришь на дистанцию, смотришь на телефон, вот 3 года здесь и не привыкнуть. Смотришь на телефон, плюс 22. Ну, смотришь на календарь, как-то не верится. Все как-то, знаете, хочется взять что-то еще потеплее одеть. А выходишь, вот вышли на улицу, вау, прям ну тепло-тепло, лето-лето. Хорошо. Друзья, мы на месте. Приехали сюда на D400, но шумновато немножко, но вот ресторан внизу. Называется Garden, Paradise Garden ресторан. Сейчас я вам покажу Paradise Garden ресторан. Такое название, друзья. Там он находится, расположен внизу, прямо на D400. И вот видите, реклама. Горячие тандырные лепешки. Самса. А на дороге, друзья, у нас папайя. Прикиньте, вот она, папайя растет прямо на дороге. И вот уже плоды. Прикольно, а? Здесь маленькая совсем стена. Спускаемся вниз, там должно быть потише. Тут еще одна папайя растет, смотрите, как здорово. Точно Paradise Garden ресторан. И тут папайя. Вот видите, тоже. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо. Ой, какая прелесть сидит на ручке. Смотрите, пришла в ресторан тоже. Давайте зайдем внутрь. Музыка пошла, музыка это плохо, ничего хорошего. А вот сама хозяйка этого заведения. Да, здравствуйте. Знаете, здесь сам поет. Есть только миг. Здорово спел. Вы знаете, когда по телевизору смотришь, когда играет на трубе, как-то оно не берет за душу. А когда вот живьем все-таки, и ты слышишь даже вот эту трубу, настолько классно, слушайте, аж мурашки бегут. Живьем все-таки другое дело, слушайте, исполнение. Сегодня, кстати, праздник у казахской диаспоры. Сейчас спрошу, как называется, вот освободится хозяйка. Расскажи, что за праздник и по какому поводу? Сегодня у нас в Казахстане День независимости Казахстана, 16 декабря.
год пришли наши, каждый год мы здесь, в Турции, в Махмутларе, в Алании, празднуем свой праздник. Он, многие, конечно, в этот день потеряли своих родных, близких, очень много молодежи, да, за независимость боролись. Вот мы этого добились, теперь вот каждый год встречаемся здесь, свой праздник отмечаем все вместе. Видите, народ одевает свои национальные костюмы. Смотрите, кто идет. Татьяна, Юрий. Хорошо бы. Как дела? Хорошо. Видишь, как тепло. Андрею, хорошо. Привет, и Марии, Сушистику. И вчера, видишь, говорили, что дождь будет на целый день, прям 68%. Целый с утра прям солнце светит. Ага, видите, как хорошо. Прогноз не совпадает. Сознание потеряло. Здесь, друзья, отдельный кабинет. Тоже можно ведь уединиться сюда. Можно покушать или посидеть. Садитесь. Елочка тоже уже нарядная стоит. Нам на шестерых быстренько организовали стол. Пожалуйста. Немножко отсвечу, друзья, что есть салаты, есть разные, видите, по чуть-чуть. Цены видны. Название, не знаю, видно, не видно, очень отсвечивает. Вот, интересно. Окрошка даже есть. Еще грузинские блюда есть. Самса, вот говорят, очень вкусные. Манты, жареные манты и вареные. И из мяса, друзья, есть блюда разные. Антрекот из баранины, есть на косточке баранины и рыба. Он зеленый и черный чай вместе. Зеленый чай, черный чай, мята, какие-то приправки. Друзья, нам начали приносить. Мне принесли мою тандырную самсу, я уже кусок откусил. Анатолию принесли плов. Он из и какого тоже мяса? Вот самса. Ждем следующее продолжение всего остального. Принесли, друзья, бляшки. Домашний, да. Лагман. Как он выглядит? Это перец. Тарелка большая. Да. Нет, это перец, я думаю, сладкий. Это сладкий мироули. А, грузинская курица, да? Следующее блюдо. Вот я свои пока самсу съел, жду свои манты. Жареный лагман пришел. Друзья, мои самсы пришли. Манты. Я то сказал и думаю, что не то сказал. Манты, друзья, манты. Сознание не потерял, долго ждал. Да, не говорите, уже все поели. Юра вообще съел, а мне только принесли. Это обряд будет. Ой, какой. Что-то связано с детьми. Вот, друзья, объяснили обряд, очень такой вот, ребенка держит на руках, его сейчас будут пускать, вот видите, это как бы светлая дорога, сейчас в конце лежат разные предметы, домбра, светоскоп врача, и что он выберет, ну как бы, то тем он и будет. Ну, Денюшка еще, не видно, да, что лежит. И вот его сейчас пустят, он пойдет по этой дороге, и что он себе выберет? Ну там прикольно. Вот эта дорога. И вот предметы, которые он должен выбрать. Какой-то из них один. Банкир, да? Да, банкир. А еще что, телефон это или что, это черный? Это телефон, это что? Коробка? Пельмидики. Кольчуха. Ялла! Бисмилла! Бисмилла! Вырезает эту нитку. Ну что, хорошо, вышел.
Все. Будьте готовы. Всегда готовы. Молодцы. Добрый день, новый день, сегодня у нас воскресенье, и мы вчера мы были в казахском ресторане, покушали, посмотрели, как казахи отмечают свой день независимости, очень интересно, кстати, было. А сегодня мы хотим поехать в Газипашу, там тоже рождественская ярмарка, мы там никогда не были, вот ребята за нами заехали из Газипаши, и мы с ними поедем туда, сейчас выпьем кофейку и рванем. Они уже были, как бы сказали, что ярмарка, ну они так пробежали быстро, ярмарка чуть-чуть меньше, чем здесь у нас в Алане, но... интересней. И цены подешевле. Представляете, вино, большой вот бокал глинтвейна 70 лир. Это самый дорогой, а у нас было 100. Вика, доброе утро. Доброе утро, я и не уходила. Где Толик? А Толик внизу у нас ждет. Давай его сюда быстро. А там ему даже не позвони. А мы сейчас спустимся. Ира, иди, я слежу. Представляете, не поднялся. Ну что, друзья, мы вышли на улицу. Теплый, хорошо. В воскресенье, как я говорил, выпили кофе с ребятами и поедем в Газипашу на ярмарку. Все вам покажу. Сами там впервой. Ребята, слушайте, Газипаша вообще интересный район, мне он нравится. Так туда приезжаешь, приятно, особенно когда я на море, там покупаться вообще шикарно. Пляж там хороший, набережная красивая. Ну, немножко, конечно, тише, чем здесь, скучновато, ребята говорят, но своя прелесть тоже в этом есть. Едем по Барбаросса. Смотрите, как пустынно воскресенье. Вообще ни людей, ни машин. В будний день здесь много машин ездит. А так, видите, как тихо. Барбаросса. Улица. Вообще, слышите. Даже здесь на перекрестке, где часы, смотрите, всего 3 машины, 4. Обычно здесь такие прям очереди на проезд. И в другую сторону 3. Очень мало народу. И причем воскресенье, время-то половина 12-го. То есть вроде как должны проснуться уже все. Друзья, тормознули в Кыргызджаке, в этот магазин «Элит Гурме» зайдем. Ребята хотят взять творог. Здесь очень хороший творог подают. О, здесь, смотрите, пицца будет открываться. Ну, Кыргызджак развивается. И вот это «Элит Гурме». Сюда вот идем. Хороший магазин. На входе, видите, сразу можно посмотреть, что у них сметана, пинар 120. Вино, фисташки. Сразу «Christmas Sale». Как красиво, у них оформлена витрина, елочка там внутри стоит, витрина вся обклеена. Давайте зайдем. Ребята сразу творог берут. А почем творог? А он где-то 100 с чем-то, 120 где-то получается. Килограмм? Нет, там полкило. Полкило. Это где-то 3 евро. Газированное выделено. Красиво. Алкоголи разные, здесь музыка вон играет, к сожалению. Ну и вот я уже показывал, друзья, здесь видите, и квашеная капуста, и сметана любая, может быть 20-25%, такая вот капуста. То есть она разная, есть как и красная капуста. Много чего интересного. Для любителей сыров, друзья, сыров здесь вообще неимоверно множество разных всяких. Цены я не буду, но так, если что-то увидите, то посмотрите. Мед в сотах прям круто, как и много, видите, сыр. Еще сыр твердых пород, косичка есть. И разные ветчины, колбасы тоже паштеты, килька, шпроты, все что хотите, слушайте. Разные уксусы, приправы, каши разные, все российское, сгущенка разная, всякое варенье, вот это вот очень вкусное варенье. Деревенские яйца продают, это 4,50 одна штука, да? 4,50 лиры штука, деревенские яйца. Из-под курочки, рыбка разная, смотрите, есть. Селедка. В общем, здесь вообще такая копченая бумага завернута. 279, 219, 189, 189. Это рыбка. И скумбрия вот 89 лет. Такая интересная. Колбасы тоже разные. Это местного производства колбас. Тоже, знаете, какая рыбка. 35 лир. Штучка. Прикольный магазин. Слушайте, взяли вина, взяли конфет российских. Интересный.
Вино Кинзмараули взяли. И всегда в продаже. Смотрите, вот у них еще есть. Интересный, интересный магазинчик здесь. Именно вот в Кыргызжаке он. Для понимания, вот это вот Виамар там на другой стороне. Впереди Мигрос большой. Здорово. Ну, мы едем вперед, друзья. Проект закончился, Кыргызжак. Ну, вот здесь вдоль моря. По красивым видам, как я на велосипеде здесь еду. Кыргызжак, да, здесь красивые дома. Погода шикарная, 20 градусов, приятно, комфортно очень. Друзья, едем по старой дороге, смотрите, с левой стороны, это вот я уже показывал на велосипеде, когда катался здесь, делают дорогу велосипедную. Так здорово будет. Молодцы. Для тебя. Да, ну не только для меня, тут много катаются на великах. Спортсмены же, наверное, тренируются. Знаете, вот стенкой отгораживают, чтобы не сыпалось. Едем, смотрите, по какой красоте, а. Виды, конечно. Слушайте, вот сколько раз здесь ездил на велике, на машине, не надоедают, виды просто фантастические. Едете, аж дух замирает. Вот видите, на мотоцикле кто остановился и кайфует. Здесь самолет летит большой, садится прям посадка. Мы не доехали немножко, надо пляж там, где он садится. Сейчас солнце плохо видно. Да, и раньше времени, слушайте, садится красиво над морем. Кто-то прилетает в нашу Аланию. Друзья, мы в центре Газипаши. Вот мечеть красивая. И здесь машину поставим, через дорогу перейдем. Там уже ярмарка, ребята говорят. Так что сейчас пойдем. Погода шик. Вообще облака ушли, ни одного облака нет. Ну что, друзья, мы в Газипаше. Центр. И вот эта пешеходная улица, смотрите, она многолюдная. Как раз выходит туда на ярмарку. У них прямо вот там, на этой площади в центре, у Белидье, я так понимаю, есть этот круг Газипашовский. Ребята идут, Толик, Ира, Вика, все на месте. Центральная улица пешеходная, здесь кафешки. Берёчная здесь, друзья, такая интересная кафешка. Смотрите, сколько лепешек, пицца. Ох, здесь и вкусно же, друзья. Какая выпечка. Вот этот мясной берег очень вкусный. Вообще мне он нравится сильно. Сыр, сырный. Идем, друзья. Так, знаете, настроение такое хорошее, когда эти ярмарки, праздники все. Я говорю, декабрь очень классный месяц, даже у нас там, хоть и погода плохая. Сейчас, кстати, звонили туда. И к нам на родину сказали плюс 3, то есть все тает, слякоть, грязь вот это вот неприятно. Здесь, конечно, погодка просто шикарная. Здесь, смотрите, кафешка со сладостями. Много сладостей. Ух, люблю. Слушайте, услада для глаз. Вот здесь прямо все с ценами. Кстати, видно все цены. О, какие торты, а? Фантастика. Южные разные. Ну и вот выходим, друзья, ярмарочная площадь Газипаши. А там концерт какой-то, вон, слышите, сцена и сразу концерт. Знаете, погода, вот весна, так здорово вообще. Я уже говорил, конечно, но все равно восхищает это. Даже не верится, что Новый год вот-вот через две недели. Вот здесь гюзлеме делают, видите. Сразу можно посидеть, съесть гюзлеме с сыром. Они здесь катают его и сразу вот на печках его пекут, выпекают. Видите, как красиво. И чай. Здесь, видите, начинаются палатки и сцена концертная здесь. Bu konuda müzikal olarak Evrim Hanım hayalini gerçekleştirmesi için yol kat etmiş olacak. Şimdi sizlere müzik evimizin Yaylı Çalgılar Orkestrası şefi, müzik öğretmeni sevgili eşim Evrim Özkan'ı sahneye davet ediyorum. Интересные подарочки на Новый год. Здесь можно такие шерстяные чехольчики для кружек взять. Соленья. И связанные куклы. Ирина, привет. Это твоя тема из Сталина, Ирина. Просто такие пряжи.
женских навязываний. Друзья, здесь концерт начался детского оркестра. Ну классно, живем, вообще огонь слушать такую музыку. Потерял я своих куда-то, мы потерялись, разошлись, надо было договориться, где мы встретимся. Теперь я не вижу, куда они убежали. Друзья, продают, в общем-то, все то же самое, что и у нас на ярмарке. Всякие сувениры, браслетики, такой руками сделанные четки, брелки. К Новому году всякие интересные ведь сувениры на дверь можно повесить. Ну, вот так вот вдоль палаток. Все это продают. Казахстан, здравствуйте, привет. Казахстан. Знакомились? Да. Мы снимали на Валане, на ярмарке, и вот приехали знакомиться. Вы же это, с Махмутлара? Да, да, да. Так я и говорю, мы вас... Антон или кто? Сергей. А, Сергей. Как ваши дела? Хорошо, спасибо. 26-го мы поедем в Анталию, тоже концерт там. 26 декабря, да? Ага. Так, пару слов скажем, давай. Давайте, да, очень здорово. Видите, как разговорчивый человек из Казахстана, да? Так, привет всем, Газипаша. Сегодня приехали казахская диаспора. Количество человек 17. Мы приехали здесь гости с концертами. И ярмарка там, продажи там. Всем анталийцам желаю счастья, здоровья, успехов в работе. И лишней жизни. Знаете, сегодня какая хорошая погода сегодня. Да. Ясная погода прямо. Мы приехали с Алани, города Алани. Я сам живу в Тосмуре, где 5 лет живу здесь. Ага. В общем, рай земли. Хорошая жизнь. Спасибо. Спасибо, спасибо, в общем, рядом с наступающим вас, тебя, ты красавица просто. Привет. Merhabalar, nasılsınız? Biz şimdi Gazipaşa'dayız. Kazakistan konsertini yapıyoruz. Молодец, спасибо, добрый день. Сергей. С наступающим вас, все хорошо. Спасибо, вас также. Вот, я их встретил. А я думал, я потерялся. Мы пошли как нормально, сначала... Зашли. По правилам. В общем, здесь, друзья, ряд с сувенирами разными, как я уже показывал. И вот по площади, он так вот по кругу. Там впереди сцена, и вот по другой стороне тоже. Вот там на другой стороне уже помимо сувениров, я смотрю, там есть сыры. То есть что-то съедобное. Все, сейчас посмотрим. Здесь связанные игрушки. Девчонки навязанные сумки запали. Таире в Хельсинки, привет, она тоже вяжет. Ой, вообще тут как много сумок. А там выбор сумок. Вот тут много сумок и много вот этих игрушек. Как Ира вяжет, да. Подарок. Вика купила. Кому ты купила подарок? Сасичка. Там у них две собаки. Вот одному из них, который играет, не рвет и играет. Друга, а да. Второй рвет. Сразу отпустит все. Миша, это... Все, реклама вам. Какая принцесса. Собачка, как у наших соседей, у Артема. Похож. Рекламируем. Красавчик. Здесь картины можно разные приобрести. Но это такой фотопринт. Здесь можно перекусить что-то, видите. Интересно. И кебаб тоже есть. Хороший. По лицу видно, что говорить можно.
из друзей, из кожи что-то делать. Видите, как выбивает сразу кожаные кошельки, сумки, разные поделки из кожи. И прям на ваших глазах делает дырки, выбивает. Видите же, как красивые икебаны, интересные. Хороший подарок. Друзья, а здесь разная еда продается. Итак, здесь вагонника не заполнено, все можно взять. Гюзлемей, видите, тоже лепят, начинки разные можно положить. Вот она раскатывает, начинает, и тут же сразу ее готовят. Здесь, смотрите, пудинг шоколадный, пирожки. Вот, очень интересно. Чай. И здесь у нас кюфте, курочка. И турецкие сладости, друзья. Друзья, помните, я вам показывал ярмарка в начале декабря, которая была у нас в Алании, сколько там было народу. К каждому прилавку, где с едой, было просто не пробиться, реально. А здесь все спокойно, свободно, подходи, бери, выбирай. То есть они больше сидят, чем продают. Все-таки видите, как Алания и Газипаша, разница в количестве населения, и сразу же по ярмарке это чувствуется. Но сейчас весь народ стоит здесь, слушает концерт, вот играют дети на скрипках, кстати, очень здорово. И все вот стоят. Палатка с едой, видите, все как бы пустые. Подходи спокойно, выбирай. Вот здесь кофе жарится и булочку вам положит. Мерхаба. Мерхаба. Kolay gelsin. И здесь вот тоже, видите, народу практически никого. Подходи, бери, тебе сразу сделают. Все вкусненько. И поешь. Ребята, это мои любимые цветы, они мне слышно олицетворяют весну. Мы в Таллине высаживали, покупали, украшали балкон. Анютины глазки у нас называются. А здесь концерт. Смотрите, какая красота. Ноготки, ноготки. Рыженькие. Детки играют, положили все свои чехлы от скрипа. Вот сколько чехлов лежит. Здесь можно смастерить самому подарок. Эти детки сидят и занимаются материалом. Интересно. Занятие хорошее для детей. Видите, сами делают. Здесь разные варенья, соленья. Смотрите, сколько всего размер салата. Здесь немного интересно. Девчонки тут на платочки запали. Смотрите, прямо какая весна получается. Как красиво. Что же, смотрите, сколько поделок разных. Брылки разные. Интересно. Это платье, я так понимаю? Да. За 355 лет. Платье на пляж ходить, да. На голое тело? Конечно, все красиво должно быть. И тоже много вязаных игрушек. Игрушки, я смотрю, здесь очень любят. Много вяжут. Друзья, смотрите, к какой палатке мы подходим. Наша Нателла и Али. Вот они. Али, смотрите, с понятием дела разбивает. Мерхаба. Здравствуйте. Добро пожаловать. Смотрите, как, посмотрите, какая у них красота. Мерхаба. Мерхаба. Мерхаба, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Да, здорово. Вот, друзья, их продукция. Масла, то, что мы ездим с ним. Уксус, гидролат, орегано. Много чего интересного. Это мыло, которое они сами делают. Это вот козье, а это дегтярное. Много интересного, ну и, конечно же, глинтвейн, друзья. Друзья, посмотрите, какая карамель. Я вот нигде, кроме Турции, такого не видел. То есть карамель, она мягкая, он наматывает ее на палочку. Разные вкусы, разные цвета. Видите-ка. И потом она затвердевает, он лимоном, видите, и все, и готово. Типа, знаете, как в советское время были петушки. Интересно. И вода. Интересная карамель. Завтра будут. Ну, такой же самовар есть. Самовар купил мужчина. Еще мы вам не продавали. Что за глупость? Такие подарки. Спасибо. Да, кот точно на пирожки смотрит. Так вот толще меня были. Да, ну,
Кот ходит по прилавкам, на пирожки, так его дух, видно, манит. Смотри, сейчас запрыгнет на пирожки, он не может сверху, самса лежит. И бедный кот мучается. Друзья, посмотрите, какая прелесть. Дед Мороз раздает детям подарки. Вот он стоит, из мешка достает и деткам раздает. И счастливые получают подарки. Молодцы. Здесь у нас, друзья, дальше попкорн. Видите, как спокойно хожу и к каждому прилавку могу спокойно подойти. Есть у нас сладости разные. Пицца сладкая. Здесь у нас турецкие сладости. Спокойно сидят. Так, пройду прям по рядам. Видите, как здесь тоже у нас есть глинтвейн по-русски написано. Но Нателла сказала, что глинтвейн покупают только иностранцы. То есть в пятницу они были открыты, вообще ничего не продали, то есть не было иностранцев. А вчера, она сказала, суббота была, и были 25 литров продали глинтвейн. Вот сколько сыров, посмотрите, какие сыры шикарные. Все, вот тоже видно, эти Маздам 70 лир. 100 грамм, это цены за 100 грамм. Это за 100 грамм так не так страшно смотрится, вроде как приемлемо. Сыров много разных. И вот здесь вот вкусные. Да, не пробовали сырку. Видите, как здесь можно спокойно пройти и показать прям всю продукцию. А в Алании приходилось бороться, чтобы подойти к какому-то прилавку. Ну, тоже картины. Ну, это как фото, такие принты. Ну, повесить где-то в комнате на пустую стену яркую картинку, все как бы симпатично. Здесь вот детские подарки, разные сувениры. Тоже интересно. И вот здесь разные полотенечки, эти подарки такие для Нового года. И вот здесь, смотрите, как. Интересно. И все, друзья, такая ярмарка, вот это вход на нее, вот так она по кругу на этой площади, и все. Настроение поднимается, конечно, классно, то есть пройти по этой ярмарке, посмотреть все вот эти сувениры рождественские, новогодние, сразу как настроение, вау, вверх. Ну, еще раз говорю, люблю декабрь, люблю это предрождественское новогоднее настроение. Весь месяц оно прям вах у вас. Так что уже вторая половина декабря пошла, друзья. Скоро две недельки и Новый год. Друзья, представьте, сказали, это мэр Газипаши. Вот это со спины, вот в пиджаке. Это мэр Газипаши. Надо же. Просто гуляет по ярмарке спокойно, свободно. Дрова. Так вот, видите, поздоровался. Просто из собачкой, Дочки просто гуляют. Потому что мэр Алании там под охраной на большой машине, на Мерседесе. Ну, видите, ходит, со всеми здоровается, просто гуляет. Здорово. Сейчас, слушайте, не успел снять. Такая интересная была музыка. И Али с Нателлой танцевали. Не успел снять, я разговаривал с Сири, друзья, полным ходом. Видите, кто там танцует. Центр Газипаши, друзья, идем сюда что-то перекусить. Время уже обед, третий час. И мы вот идем сюда, Юлмаз, ресторан. Знаете, такой Лаканта. Мне очень нравятся такие, где сам показываешь пальцем тарелку, все, что хочешь, пальцем показал, тебе положили. В Стамбуле они вообще великолепные, там их много. И выбор шикарный, просто витрины прям такие шикарные. Юлмаз, ресторан, посмотрим, что здесь. Чем нас здесь будут подчивать? Видите, как много всего, рис, булгур, и вот ну, фасоль, там грибы. Я вот это взял, говядина с картошкой, с подливкой, рис тоже. Это баклажан, друзья, картошка, кефте. Вот все, что вы покажете, все вам положат. Очень даже приятно. Но здесь, конечно, выбор не такой, как в Стамбуле. Там просто невероятный выбор. Мясо там разное. Здорово нарезанные тыквы, по-разному вырезаны. Как здорово, слушайте, вообще. Ну только в Азии, оказывается, так делают, а здесь эти перцы, букет какой сделан, красота. Друзья, едем по новому променаду, здесь Газипаши, посмотрите, какой вид шикарный открывается, просто фантастика. На горы, вот эти горы в облаках,
Это вот новая дорога, новый променад, его открыли. Такая детская площадка шикарная, сделана для детей. Просто муниципальная, городская, то есть. Она не платная, ничего, просто... Слушайте, виды, конечно, обалдеть. Эти горы, облака, вот смотрите. Довольно большой городок детский, да, полазит. А виды, конечно, фантастические. Друзья, мы опять на автовокзале в Газипаше, хотим поехать сами опять на маршрутке. В прошлый раз ехали, так было классно. В этот раз опять вот приехала маршрутка, как раз написано Алания. Доедем. Второй опыт, второй раз у нас будет уже на маршрутке. Довольно быстро доезжает, прикольно. Все, прощаемся с ребятами. Все, пока, ребят, мы поехали. Пока. Давайте. Вот наш автобус на Аланию стоит, и мы уезжаем. Что там купить надо? Да, ходим. Едем от автовокзала, потихонечку собираемся, люди садятся, буквально мы доехали до круга еще, а народ садится, одни, вторые взяли. Стоит 65 лир доехать вот от Газипаши до Алании, с человека даже 65 лир, что мы едем. Все, друзья, мы в нашем любимом Мухутларе, 35 минут у нас пошло по времени, да. От Газипаши, ну, от автобусного вокзала, и вот до нашей остановки, вот где мы садимся на автобус. Так удобно. Что удобно, быстро, хорошо. Второй раз мы уже едем. Классно. Погода у нас, слушайте, как просто весна. Сказка, да. Сейчас идем ходить с Ирочкой.